Собственно, как и предыдущая песня с альбома «Russian Сказки». Это такой сайт-проект. Я немножечко расскажу про «Russian Сказки». Это сайт-проект, который, где аранжировки делает не группа, делала не группа композит, а аранжировки делал другой человек, Кирилл Кухаренко из «Джин Тоник». Ну и плюс там собраны такие вещи поверхностно-социального характера. И, собственно, ну, поскольку они записались, написались, мы их привезли и немножечко вам сегодня поиграем. Вот следующая песня будет гопническая и поминальная, она называется. На самом деле песни серьезные, песня, она в народе получила название «Ржевская» или «Каланчевская». Солнышко весеннее над землей московской, станция Ржевская, после Каланчевская. Сдул с перрона ветерок мое поколение, растопило лед без вас солнышко весеннее. Здравствуй, моя станция, ныне опустевшая. Скорый поезд укатил жизни недозревшие. Что ж вам рано умершим ныне расстояния? И остались мне от вас лишь воспоминания. И без вас иду встречать толкотню вокзальную. В голове все крутится песня поминальная. Песня одинокая над землей московскою. Следующая Ржевская после Каланчевской.